Итак, купил конвектор. Французский. Мой рот спот Е5. С пожизненной гарантией. Вот Франция пожизненная гарантия. Номер один во всем мире. Так, сейчас распечатаем. Вот чеки. Адрес. Так. Распечатываем. Вот такая ручка удобная. Можно нести, когда на почту приходит. Вот за эту ручку можно нести домой. Очень удобно. Открываем, что мы видим? Наш конвектор. Розетки, вилка, вилка. Видно. Беленький конвектор. Мой рот. С электронным управлением. Вот это управление. И с настенным креплением. Ножки, к сожалению, нужно покупать отдельно. Для такого конвектора. Но зато хороший, качественный. Отзывы только положительные о нем. Можно подключить его. Вот я его подключил. Загорается, потом тухнет. Дисплейчик. Вот максимально 28 градусов. Ну, говорят, их хватает достаточно. Потухло. Нажали опять. Горит. Вот индикатор работы. Так, минимально. По-моему, 7 градусов должно быть. Да, минимум 7 градусов. Уже тепло идет. Греет хорошо. Уже нагревается.
Качество сборки отличное. Видно сразу. Хорошо сделано. Отдельно заказал ножки. Придут через неделю. Покажу потом, как будет на ножках стоять и работать. В принципе, советую. Покупайте. Не пожалеете. Всем спасибо и пока.